Нижегородской области определился победитель голосования во втором этапе конкурса МВД России «Народный участковый». Им стал полицейский из Арзамаса Владимир Комиссаров. За него было отдано более 13 тысяч голосов. В его работе важно найти общий язык с людьми. Каждому он готов помочь, дать совет и не только. Визиточку свою с номером сотового телефона, не только кабинетного, потому что в кабинете не всегда приходится сидеть. Там в часы приема только, а на сотовый телефон в любое время. Владимир Комиссаров регулярно посещает школу. Там он проводит профилактические беседы о вреде курения, подростковой преступности и других негативных явлениях. У нас существует такой орган, как совет профилактики, где мы разбираем тех ребятишек, которые совершили какие-то нарушения. Вот. Соответственно, всегда на свиданиях этого совета профилактики принимает участие активный участковый. Теперь арзамасский участковый будет представлять Нижегородскую область на финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 5 по 14 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне. В службе участковых уполномоченных я работаю уже 17 лет. Да, и переводиться в какое-либо другое подразделение никакого желания нет. Потому что я свою работу знаю, люблю и дорожу.